В договорах на образование должны быть указаны основные характеристики образования, в том числе вид, уровень, направленность образовательной программы, срок ее освоения и форма обучения. В ряде образовательных учреждений города были выявлены нарушения процедуры приема обучающихся. Так, например, нарушения выявлены в средней общеобразовательной школе для детей с ограниченными возможностями здоровья и в специально-коррекционной общеобразовательной школе.